Добрий вечір, в ефірі Live Studio. І сьогодні у рубриці «Телемедицина» обговорюємо проблеми Одеського медичного університету. Цей діалог ми розпочали ще у понеділок, але нагальні проблеми накочуються просто щодня. Тому саме сьогодні ми знову порушуємо цю тему вже дещо з іншого боку. Сьогодні говоримо про проблеми студентства. Як же юнакам живеться у стінах вузу? Для когось вже він став рідним, хтось прийшов вперше, на перший курс цього року. Як відбувається навчання? На яких клінічних базах? І де мешкають студенти, які приїхали з інших районів або міст? Про це будемо говорити сьогодні зі Сніжаною Бучковою, екс-керівником Центру студентської творчості, Євгеном Михайлюком, екс-головою первинної профспілкової студентської організації, Романом Сухоносом, анестезіологом, і Ганною Пучковою, завідувачкою кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я та медичного права. Вітаю вас. Добрий вечір. Я одразу ж звертаю увагу на два титри. Сніжана і Євген – екс-керівник, екс-голова. Чому так? Наскільки я розумію, Центру студентської творчості вже немає – і профспілки студентської організації теж вже немає. Сніжано, чому? Ну, здесь ситуация такая разворачивалась, что решили сократить студенческий центр творчества. Якобы нет денег на уплату зарплаты людям. И по этой причине. Это так, как объяснили мне. Я думаю, что немного здесь причина была в другом, потому что я отбивала центр как могла в течение года, и чем больше я отбивала этот центр, тем более становилась врагом для некоторых руководителей вуза. Поэтому тут более глубокая причина, и конкретно вот так вот, чтобы я могла в двух словах сказать причину именно, я... Это скільки працювало у центрі людей, і, можливо, ви знаєте, в яку суму вишу обходилося підтримання роботи центру? Ну, у мене працювало 7 сотрудників, включая мене. В середньому зарплата була 4,5 тисячі на кожного чоловіка, в тому числі і я отримала практично ту ж суму, ну, там, какие-то премии иногда выписывали, какое-то что-то. То есть я не думаю, что такие большие суммы, чтобы университет мог не потянуть это. Тем более, что люди делали очень большой объем работы, и воспитательный, и даже то, что мы не обязаны должны были делать, мы делали на имидж университета. Практично ми працювали на імідж університету. Ну, перед тим, як у Євгена спитати про профспілку, я спитаю вас як представника, ви вже закінчили вишу. Так, я вже закінчив. Але ви нещодавно були студентом. Относительно, да. Центр насправді був потрібний студент? Так, звісно. Центр творчества – це дуже важлива структура для студентів, тому що там вони могли реалізувати свій творчий потенціал, принять участие в различных мероприятиях, то есть как-то даже отвлечься от учебы. И что немаловажно, работа врача, да, это отчасти и творческая работа, да, то есть во время разговора с пациентом необходимо правильно подать информацию, рассказать о болезни, о заболевании, вот. Поэтому нахождение в центре творчества – это, ну, как бы, очень важная часть жизни каждого студента. Тем более, что Снежана Александровна великолепно справлялась со своей задачей, неоднократно побеждала на различных конкурсах, поэтому Центр творчества, да, это важная структура, в которую ходят студенты и делают это с удовольствием. Коли я была студенткою, Медин славився своїми КВК-командами. І ви знаєте, що деякі з випускників пов'язали своє життя не всі з медициною, а саме з артистичною діяльністю. А дехто і повернувся до медичної практики. Я особисто стикалася з лікарем-урологом, який, власне, свого часу був дуже відомим КВК-учасником саме Мединовської команди. Чи мали ви стосунок до КВК-команд?
Я пришла, к сожалению, уже после этих грандиозных побед команды и только наслышана о их пути творческом. Но я застала небольшую команду. По-моему, они даже существуют сейчас вне Медина. Называется «Дышите, не дышите». Это ребята, которые ушли из университета. Ну, каждый по своим причинам. Тут это личные их проблемы, но они существуют. И выступают, напевно. И выступают, угу. Да. Ну, насправді в Медині, в медуніверситеті навчаються творчі люди. Євгена, все ж таки про профспілку. Ви екс-голова, тому що вже просто закінчили виш, чи профспілка припинила існувати? Ні, я екс-голова, так як ми стали, видимо, неугодні адміністрації нинішнього університету. Вот. Ну, якщо розказати з самого початку, то профсоюз студентів – це найбільш багаточисленна організація в університеті, яка насчитує більше 900 студентів. Собственно, чим займається профсоюз? Да? Це защита прав студентов, и она является абсолютно независимой от администрации. Нам часто обращаются студенты льготных категорий, которым нужна какая-то помощь, материальная помощь. Вот, мы занимаемся благотворительной деятельностью, волонтерской деятельностью. Неоднократно выходили на митинги в поддержку того, чтобы студентам выдавали стипендии, когда этого не было в течение целого года. Когда отключали газ в общежитии на Малиновского, мы возили им обеды. То есть, это поддержка и опора каждого студента. Але ви були незручними для адміністрації зразом у деяких питаннях? Как выяснилось, да. То есть, после того, как прошли выборы ректора Валерия Николаевича Запорожана, на профсоюз студентов начало оказываться очень сильное давление. Начались какие-то проверки, да, которые проводил областной профсоюз здравоохранения в лице Печевой Марии Григорьевны, это главная бухгалтер области, Соловьевой Светланы Георгиевны, Кокшаровой Галины Васильевны. И эти проверки трактовались под таким углом, чтобы показать профсоюз студентов в неблагоприятном свете. Также... Что можно было проверять у студентов, я прошу? Вы распоряжались какими-то коштами, да, вы закуповывали материальные ценности. У нас есть бюджет, да, который приблизительно около 300 тысяч в год равняется. Вот. Этот бюджет мы распределяем на студентов. То есть на материальные выплаты, на организацию каких-то поездок, там, на конференции, экскурсионные поездки. Вот. И, соответственно, они все это проверяли. Вот. В актах проверки было... На удивление, да, так как бухгалтер там имеет более чем 30 лет стаж работы в областном профсоюзе, были допущены ошибки. Вот, и в финансовом плане, и какие-то фамилии были неправильно указаны. Ну, то есть очень много всего. Студентов в чем подозревали? Студентов, понимаете, в этих актах писалось о том, что были нецелевое использование финансовых средств. Угу. Як профсоюз, профспілка контактувала з адміністрацією? Чи була підтримка з боку адміністрації? Ми, чесно вам скажу, в основному контактували зі студентами. Да? Наша задача – це захищати права студентів. Якщо наші інтереси совпадають з адміністрацією, да, в захисту студентів, ми спілкуємося, проводимо якісь совместні бесіди, совещання. Якщо наші идеи не совпадают, да, соответственно, мы общаемся также с администрацией и выясняем, почему затрагиваются вопросы студентов, да, которые их не устраивают. Ну, вот в этом... Какая ответ была от ректората? По поводу того, что прошли перевыборы нашей организации профсоюзной, ответа никакого не было. Но началом всего, пожалуй, было это то, что мне позвонили за 2 часа до собрания, которое они проводили, Сухин, глава студсовета Громадченко, часть администрации университета, и сказали о том, что мне срочно нужно быть на этом собрании. Соответственно, я не смог на него приехать, и после того, как
я выехал, да, узнать, что было на собрании, меня начали перенаправлять к разным людям. Позвони тому, он расскажет, позвони другому, он расскажет. Что было на сборах? На сборах принималось решение о том, чтобы закрыть Центр студенческого творчества. Угу, все, зрозуміло про центр. А про, як ви дізналися, що закрита профспілка, ну, знищена? Вот смотрите, кажучи. После того, как я узнал о том, что хотят закрыть Центр творчества, протокол мне собрания не показали, так как его не было. Я сказал, что, соответственно, я не согласен с этим решением, так как для студентов это действительно очень важная структура, Центр творчества. Вот. И после того, как я отказался подписывать, да, давать добро на этот протокол, мне сказали, что со мной встретился Сухин Юрий Витальевич и сказал, что мне необходимо пойти к Запорожану Валерию Николаевичу, ректору, сказать, что я хочу уйти с профсоюза по собственному желанию. Они мне дадут дипломы, грамоты, наградят, поблагодарят. Вот, и я уйду. А в иншому разе диплом не дадут? Нет, ну, диплом имеется в виду подяку. А, подяку. Подяку, да. Вот. Соответственно, я сказал, что пока что заканчивать работу в профсоюзе я не собираюсь. То есть у нас много идей, планов, поэтому отказал об этом. Соответственно, после этого при помощи студенческого самоуправления вот они начали собирать подписи за то, чтобы собрать конференцию профсоюза студентов. Этим начала заниматься Громаченко Анастасия, глава студенческого самоуправления. Хотел бы уточнить тот факт, что вмешательство самоврядования в работу профспилок есть нарушением, да, и несет за собой административную и уголовную ответственность. Угу. Євгене, давайте дещо скоротимо, якщо можна, тому що я розумію, да, багатий шлях ми пройшли. Врешті-решт, сьогодні у виші, у чинних студентів є профспілка чи ні? Формально вона є. Но свою роботу она не выполняет. Ганно, спитаю у вас, як у працівниці викладацького складу, як у правниці, зокрема, буквально у понеділок, готуючись до нашої попередньої зустрічі, я прочитала останнє інтерв'ю пана Запорожана, яке він дав неабиякому виданню, а на хвилиночку «Фокусу». Так от там пан Запорожан, я не можу процитувати, зараз немає під рукою, але щодо роботи зі студентами, суть була така. Ми відкриті для студентського колективу, ми завжди перебуваємо, ректорат і адміністрація завжди перебуває у контакті зі студентами, ми завжди чуємо їх проблеми, ми завжди готові їх вирішувати. У нас є чіткий і плідний діалог. З того, що я почула від Євгена, виникають сумніви. Хто правий? Ректор чи колишній студент університету? Боюсь, что сведения, предоставленные Валерием Николаевичем, не совсем соответствуют действительности, поскольку контакт со студентами как таковыми, обычному студенту добраться до ректора, либо хотя бы из кого-то из проректоров, было всегда крайне проблематично. Это первый момент. Второй момент. Профсоюз студентов теперь объединен с профсоюзом работников. То есть это на самом деле нонсенс. Каким образом два профсоюза, студенческий, который должен отстаивать права студентов и который должен отстаивать права работников, оказались вместе. Я уже не говорю о массе нарушений, которая произошла в тот период, когда, собственно говоря, избирался новый состав правкома. Там отсутствовали делегаты, никто не мог объяснить срочность. То есть конфликт возник из-за того, что профсоюз студентов отказался удовлетворяет требования администрации в ликвидации Центра творчества как такового. Дело в том, что студентам в течение длительного времени обещали создание так называемого хаба, то есть место, где они будут собираться, общаться. Это должно было быть где-то в главном корпусе, там даже вроде как библиотеку должны были сместить. Но этого не произошло. Собственно говоря, вот этим хабом, по большому счету, стал Центр творчества студенческого. Перепрошу, Анна, це правда? Студенти збиралися, да, і спілкувалися, угу, на базі вашого центру? Да, студенти збиралися, вони общалися, вони творчески какие-то придумывали ідеї, вони устраивали свої дні рождения, вони дети, понимаете, вот когда приходят, особенно первый курс, у них бывает такой момент, когда они никого не знают, они не руководство еще не знают,
знают, они своих даже одногруппников не знают. И вот здесь вот именно Центр творчества играл большую роль, потому что они все собирались, они там знакомились, у них организовывались уже свои компании, в которые, ну, которые они общались, и вот таким вот образом проводили время. Угу. Дякую. Давайте продовжимо. Центр все ж таки ліквідували. Я розумію, що для вас це найголовніша негативна подія останнього часу. Ганно, які ще були, скажімо так, намагання заощадити, звернутися, звернути якісь проєкти, якісь структурні підрозділи університету, проти яких виступав педколектив і викладацький, колектив і студентська молодь? Знаєте, дуже складно дати відповідь на цей питання, тому що якщо вот на останньому засіданні ученого світу 31 августа цього року в очередной раз выделяют 60 миллионов гривен на закупку оборудования для университетской клиники на Тениста. И вместо того, чтобы привести в порядок общежитие, уладить вопросы с противопожарной безопасностью и, в принципе, вспомнить о том, что ВУЗ — это не его основная деятельность, это все-таки обучение, то на чем сэкономили, собственно говоря, ликвидируя Центр творчества, даже при самих подсчетах это было 200 тысяч гривен в месяц, наверное, вместе с премией. Так, и дивіться, заразом я згадаю, процитую слова пана Тарабріна, які він вказав у понеділок, так, які стосувалися комунальних платежів, чому клінічні бази попереносили з відділень лікарень, так, наприклад, до того ж гуртожитку або до підвалу анатомічки. І він вказав, що та сума, яку мав би он МДУ выплачивать, она, насправді, вона маленька, там не зрозуміло, що заощаджує. Если исходить из бюджета вуза, то, безусловно, да. Мало того, тут самоуправление, то есть это тоже как бы часть коллективного управления в соответствии с законом о высшем образовании, которая не должна зависеть от вуза, и у них должно быть финансирование не меньше 0,5%, 0,5% от бюджету вуза на год. Це ви знаєте як юрист, наскільки я розумію. У нас є телефонний дзвінок глядача. Добрий вечір. Ви в ефірі. Добрий вечір, кажіть. Здравствуйте, здравствуйте. Мене звати Альона, я студентка університету. Підкажіть, будь ласка, хто відповідає взагалі за ремонтні роботи? В самих корпусах и в общежитиях института, потому что многие находятся в аварийном состоянии. Те условия, в которых мы живем, таких не живут студенты. Не должны жить. Лише скажите, будь ласка, на каком курсе вы навчаетесь, если вы хотите. Если не хотите, не кажите. И просто вкажите, чи навчаетесь вы за контрактом або на бюджете. Я учусь на бюджете, сейчас на 5-м курсе, и поэтому у меня еще есть год и, возможно, интернатура, поэтому хотелось бы узнать, как вообще будет решаться этот вопрос с проживанием, с нашим светом, с выбиванием пробок постоянно. Угу. Спікери дадуть, я сподіваюся, хоч якусь відповідь на це. Лише один момент. Ви стикнулися, Альона, з проблемою клінічної бази за вашою спеціальністю? Чи у вас з цим все у порядку і ви практикуєтеся, навчаєтесь на кафедрах, які такому благоприятному стані перебувають? І у благоприятному приміщенні? Ні спеціалізації. Ми вчимося на всіх кафедрах, і тому є, які в нормальному стані, але більшість, звісно, в очень плачевных. Переодевания в подвалах, в роддомах, там, где текут трубы, Зрозуміло, я дякую вам за запитання. Я не впевнена, що наші спікери можуть його дати, але все ж таки, Ганно. В определенный период времени я занимала должность помощника ректора, поэтому более или менее в курсе сложившейся ситуации. Что касается ремонтов общежитий. Последние ремонты были проведены где-то в 2014 году, если судить по тендерной документации. А заразом, пока Ганну розповідає про гуртожитки, я попрошу режиссера показати нам світлини, найсвіжіші світлини гуртожитків медичного університету, в яких умовах
умовах доводиться мешкати студентам. Якщо можна, от прямо на весь екран нам їх виведіть спочатку. А Ганно, продовжуйте. 2000, ви вказали... 2014 год, приблизительно после этого тендеров, насколько я помню, на ремонт общежитий не объявлялись. Они ремонтировались либо силами самих студентов. Есть еще момент, иностранным студентам делались ремонты за счет, я так понимаю, их контрактеров, если я не ошибаюсь. То есть у них были более, скажем так, удобные условия, то есть у них там размещались кондиционеры и тому подобное. Контрактеры. Это те, которые набирают иностранных студентов за границей и привозят на обучение. Что самое интересное, у нас в ВУЗе почему-то сумма оплаты стоимости общежития привязывается к сумме контракта. То есть она отличается для студентов, которые для отечественных студентов, иностранных, интернов, аспирантов и привязывается к сумме контракта как такового. А мало того, уже несколько лет длится судебное разбирательство, связанное с иском Госпотребслужбы о том, что в стоимость контрактов наших студентов почему-то включены коммунальные услуги, которых там быть не должно. Но в этой ситуации точку должен поставить суд. Все, что касается нынешних ремонтов, я сегодня за год специально, то есть где-то карнизы над кафедрами, над какими-то крышами. Это уже вы про корпусы кажете. Да, я не нашла там ничего, чтобы было бы связано с общежитиями. А в общежитиях заварены мусоропроводы, заварены по решению суда, потому что есть иски инспекции по охране труда, которая запретила использовать лифты. То есть лифты не используются. А мусоропроводы заварены, потому что не выделены средства на дератизацию, дезинсекцию, на вывоз мусора. То есть вы понимаете, к чему это приводит. И очень плохая ситуация, собственно говоря, с соблюдением правил противопожарной безопасности. Так, на світлинах це дуже добре видно, тому що подекуди є якісь щітки, не зрозуміло, як вони там працюють, не закриті дроти. І наскільки я розумію, саме до пожежної безпеки є питання у рятувальників, у ДСНС. І саме тому сьогодні усі гуртожитки можуть бути загалом закриті. Я з удивленням узнала о том, що після нашого ефіру, оказывается, студентів, які зараз були переселені з Пішоновської і Смоліновського, були переселені в общежитие, розположені на Ядова, и на Воробьёва 11, о том, что их никто не уведомлял о ситуации, которая существует. 16 марта 2021 года между, ну, назовем их так для краткости, МЧСниками и Медицинским университетом было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым до 16 сентября, то есть буквально через неделю, должны быть устранены 60 пунктов нарушений, выявленных в этих общежитиях, иначе эти общежития подлежат отключению от источников энергопоставки. Да, мы видели, когда приезжают к студентам и рассказывают о том, что они должны использовать чайники, конфорки, обогреватели, но там холодно. Там работает одна конфорка на этаже, там многие приборы, то есть они сделаются на основании скруток. Более 60 пунктов. Насколько мне сейчас известно, о тех же студентов выполнено 85%. Да, перекрасили какие-то пожарные краны, да, схемы эвакуации, даже вроде бы закупили огнетушители. Я специально сегодня просмотрела на Прозоро. Было объявлено всего 2 тендера на установку пожарной сигнализации, но один тендер был отменен из-за непонятных причин, там аномально низкая цена, там 7 позиций, я не знаю, входили ли туда общежития. Второй тендер выигран, но этот тендер не касается общежития, этот тендер касается главного корпуса, ректората, там будут установлены эти кнопки. Так, с гуртожитками дещо зрозуміло, мы подивимося трохи пізніше відео, в якому, я наскільки розумію, був конфлікт студентів, так, з кимось із адміністрації, я хочу спитати про корпус
часи. Альона, наша глядачка і студентка медичного університету, поставила питання і про гуртожитки, і про корпуси. Бо гуртожитки стосуються тих, хто приїхав з інших районів. В корпусах навчаються всі. И одесситы тоже. В отношении корпусов также существует еще одно решение суда. Оно было, по-моему, принято в ноябре прошлого года. В отношении целого ряда корпусов, в том числе там, где размещаются деканаты, там, где размещаются кафедры, там, где размещается ректорат, о прекращении поставки туда электроэнергии. Теж це припис ДСНС? Да. Угу. Зрозуміло. Це рішення суду вже даже. Це не предписання. Предписання так. Було основанням для обвищення. ДСНС звертається до суду, суд ухвалює рішення. До речі, суд ніколи не ухвалює інше рішення, ніж те, яке просить ДСНС. Це така практика у них. Романе, ви, по-перше, колись нещодавно досить були студентом, потім аспірантом. В корпусах були, в гуртожитках, впевнена, теж були, якщо і не жили там, так? На жаль. Ви жив? Не жив. Ви жили? Не жили. Але ну, до гості ходили 100%, були там. Ваше враження яке? От за ці роки, що ви навчалися, а потім була аспірантом, в якому стані перебувають будівлі? Чи погіршувався їх стан, чи щось робилося для них? Ну, те, що я побачив сьогодні, це взагалі для мене стало деяким шоком. Чи може у мене був юнацький максималізм, чи я не знаю. Мені здавалося, що в часи мого навчання з 2006 по 2012 рік виглядало все краще. Принаймні, не було настільки не було стільки проблем, скільки сьогодні озвучила Анна Валеріївна. Не було настільки обшарпаних стін, працювали ліфти. І, в принципі, корпуси не переносились в жилі приміщення гуртожитків. Тому, на мою думку, зараз ситуація стала гіршою. Угу. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Вітаємо. Ви в ефірі. Добрий вечір. Студія. Мене зовут Наталія. І я є мамою одної студента, яка проживає в общежитті Наядова. В прошлой передаче вы уже говорили о нарушениях пожарной безопасности в общежитии, и у меня такой вопрос на данный момент. Устранены ли замечания службы по чрезвычайным ситуациям по пожарной безопасности? Спасибо. Ну, дещо Ганна вже розкрила цю тему. Деякі зауваження виправлені, але не усі. Основні не головніші. Самі основні претензії – це відсутствие пожежних гідрантів, це відсутствие сигналізації, це проводка і це громадводи. Це все стоїть достатньо значительні суми денег. Ну, почему-то результати цих перевірок проводились ще в 2019 году. Но на устранение этих последствий деньги в смету вуза заложены не были ни на 2020 год, ни на 2021. Угу. Дивіться, тут виникає от така кореляція. Діалогу, наскільки я розумію, це з ваших слів. З ректоратом у студентів немає. При цьому студенти навчаються у застарілих корпусах. В будь-який момент може статися складна надзвичайна подія, дай Боже, щоб було без жертв. Це по-перше. По-друге, потім іногородні йдуть і мешкають в ще більш складних умовах у гуртожитках. Вони можуть піти до ректорату? Наскільки я розумію, якщо підуть, то насправді навряд чи їх там приймуть. Профспілка, як вказує наш гість, теж така, ну, формальна, скажімо, так? Теж вона б мала відстоювати права студентів, вона б мала їх захищати і хоча б налагоджувати діалог з ректоратом. Але цього не стається. Можливо, я не права, можливо, у вас є інший погляд, як сьогодні студенти можуть самі себе захищати. Ну, я хотел бы вот еще заметить, что студенческое самоуправление, оно имеет бюджет, который составляет 0,5% от бюджета университета. Ну, вы сумму называли? Да, это порядка 2 миллиона гривен в год. Ну, це ж велика, до речі, огромная сумма. А чому не можна з цих коштів щось поробити з пожежною безпекою? Вот это очень большой вопрос. Куда идут деньги? Почему они не расходуются на студентов? К сожалению, самоуправление студенческое не дает отчеты о своей работе, хотя, согласно их положению, они ежегодно должны давать отчет о потраченной сумме, о проделанной работе. А кто є членом цієї структурної одиниці? Ну, это студенты, но, как правило, это староста.
Вот. И... Вы знаете их в обличье? Конечно, конечно. Я очень много есть членов студенческого самоуправления, которые довольно талантливые, перспективные люди. Но, к сожалению, управленческий орган, который сейчас ну, как бы занимает эту должность в студенческом самоуправлении, не дает реализовать потенциал этих студентов. Мало того, глава студенческого самоуправления, как и комитет самоуправления, избирается на один год. Да? Последний раз конференция самоуправления собиралась в ноябре 2019 года. Соответственно, в 2020 году должно было произойти переизбрание, конференция, но этого не произошло. На каких основаниях сейчас работает самоуправление, ни мне, ни студентам непонятно. Угу, зрозуміло. Ну що ж, давайте подивимося відео, яке пов'язане з ситуацією з гуртожитками. Лишано, підкажіть, це гуртожиток і за яку адресу? Це Ядова 4А, там два общежиття, 1-1 і 1-2. Давайте подивимося, це я підкажу глядачам, які не знають, де це. Дуже цікава адреса, тому що це слобідка між кладовищем та психлікарнею. І коли я була студенткою, і там мешкали мої друзі-медики, вони завжди жартували, що ми пробуваємо саме тої точці, де ми найпотрібніші, тому що або звідти туди нам треба направляти пацієнтів, або туди. Давайте подивимося, який був конфлікт там в гуртожитку. Вопрос насчет плит на этажах. На этажах есть кухня, в которых есть плиты. Работает одна конфорка. Она не работает. Не работает. И ты никак не можешь регулировать ее абсолютно никак. Тогда. Я живу на жизни, она не работает. Ремонтироваться. Я вам единственное, что скажу, что у нас по приказу ректора университета идет реформирование общежитий. Закрывание, то есть, общежитий. Подождите. Но вы говорите, сделаем лифт, сделаем ту, сделаем все, поставим мусорки, сделаем автомат. Когда это будет? Будет газ. Газ все. Мусоропровод закрыт навсегда. Мы это поняли. Но это мы понимаем. Лифт не работает, чемоданы тяжелые, как лифт поднимать? Лифт в данном случае не работает. Нас просто кормят обещаниями. Нас каждый год говорят, что... Вас никто не агитирует. Вам привели примеры. Значит, это либо жизнь, либо смерть. То есть такие условия предоставляет университет для своих студентов. Поясніть мені, бо я не розумію, що значить слова або «жизнь», або «смерть». Це, по-перше, хто був, і, по-друге, що він мав на увазі? Зараз попытаюсь. Насколько я понимаю, это бывший главный инженер медуниверситета, который работал там где-то с февраля 2021 года. Совсем недавно я узнала, что он приобрел статус директора студгородка. Чтобы вы понимали, у нас нет в штатном расписании ни студгородка, ни должности директора. А это, судя по всему, подготовка вот как раз к визиту представителей управления по чрезвычайным ситуациям. Чтобы студенты не роптали під час їх приїзду? Чтобы они убрали все электроприборы, чтобы они удовлетворились. И эта проверка была проведена, чтобы общежитие не закрыли. То есть... Чему, собственно говоря, он понуждает студентов? Вы лучше промолчите, тогда общежитие не закроют. А если вы скажете, что чего-то нету, ну, дети же не в курсе, чего именно там нет. Они именно из нашего эфира прошлого узнали, что, в принципе, есть такое решение суда. Да, оно в судебном реестре, оно в открытом доступе. Но они не юристы, они медики, они не знают об этом. И я знаю, что уже направлен запрос о внеплановой проверке. То есть сейчас сотрудники... этой службы должны провести проверку в общежитиях. И если не выполнено хотя бы одно условие противопожарной безопасности либо техногенной безопасности, ВУЗ обязуется закрыть все три общежития. Ага, ну, зрозуміло. У нас залишилася лише одна хвилина. Під загрозою повного закриття гуртожитки медуніверситету, куди потім подітися студентам? Велике-велике риторичне питання, яке ректорат точно не буде вирішувати. Тобто підлітки, студенти залишаться зі своєю проблемою сам на сам. І їх батьки, вони самі будуть якось це вирішувати. Романе, наостанок до вас таке питання. Ви маєте непросту складну життєву ситуацію, яка зараз пов'язана з медуніверситетом. Якщо хочете, ви можете дуже коротенько, якщо у хвилину укладетеся, розповісти про це.
Буду намагатися. Ну, щодо мене, то в той день, коли у нас був ефір... Це було понеділок, це був понеділок, угу. Так. Я висказав свою проблему і також висказав її ще на колективі, на колективному зборі. Наступного дня до мене зателефонував представник адміністрації, сказав, що мою проблему донесли до керівництва. І керівництво погодило, що так, я маю, людина, яка навчалась на аспірантурі в нашому виші, має захищати дисертацію також в ньому. Щоб я написав заяву, і наступного ж дня пішов і ту заяву підписав у виконуючого обов'язки керівника своєї кафедри. Керівництво кафедри мене проігнорувало, і, в принципі, я зараз стою, як то кажуть, у розбитого корита. Тобто ви і не, ну ви вже не аспірант, але ви мали би залишитися на кафедрі, аби захистити дисертацію. До речі, тобто, готова дисертація? Так. Оце жаль викликає, бо якщо вже готова дисертація і ніде її захищати, я впевнена, ви знайдете де. В Україні є де захиститися. Може буде складніше, а може буде навіть і простіше. Є і такий варіант розвитку подій. Я лише хочу сказати, що от такі дії з боку керівництва, у даному разі ректорату вишу, чомусь вони виникають одразу після телеефірів. Отака сила телебачення. Якщо насправді ми допоможемо вирішити хоча б частку проблем студентства, якщо ми зможемо вирішити, допомогти вирішити свою проблему, конкретно Роману, буду вважати, що мета цих ефірів і наша особиста телевізійна місія на сьомому каналі у рубриці «Телемедицина» буде виконана. Але на це, напевно, буде потрібен час. Я дякую гостям, що сьогодні прийшли поговорити про проблеми студентства та юнацтва Одеського національного медичного університету. Рубрику цю ми будемо продовжувати. У цій студії ми будемо продовжувати розповідати вам правдиві дані і факти з середини життя ОНМЕДу. Я дякую, що були з нами. Далі ефір 7-го продовжать світові новини. Залишайтеся з нами.